На сцене прозвучали произведения русской и зарубежной классики, романсы, оперные партии, а также песни из популярных фильмов в исполнении певицы, ее друзей, коллег и учащихся. Оксана Беленькая – оперная певица, лауреат международных и всероссийских конкурсов, постоянная участница музыкальных фестивалей. Окончила Харьковский институт искусств, затем факультет профессиональной переподготовки Российской академии имени Гнесиных. За время своего творческого пути Оксана выступала на многих известных концертных площадках, в том числе на сцене Кремлевского дворца, Орловской государственной филармонии и Московского международного дома музыки.